Блять, ну это пиздец такой сюрпризик с утреца. Раз и два. Да, нормально, короче. Что поделать. Хоть задние не тронули. Но все равно они пидорасы. Они гонят, потому что у меня вот эта фара вообще она была, как это сказать, она подтекала там вся, была, короче, в тумане вечно вся. Так что я даже рад, что ее спиздили. Теперь эти придурки даже охуеют, когда это все увидят воочию. Пиздец нахуй. С Москвы пошла хуйня. Только вчера, блядь. Ну, я имею в виду, сначала в Москве начали пиздить, сейчас уже и до Украины докатилось. Вот. Это. Что хотел сказать. Вот что значит под окнами ставить. Ну, хуй с ним. Да, блядь, на Поршах такая, ну, болезненная тема. Вот именно фары. Постоянно пиздят. Вот. Тут вон эти всякие прадики. У них ничего не вытащишь, короче, такое. Да. Это пиздец. Пидарьё, блядь. Ебучее. Ну хорошо, хоть ничего не сделали, только спиздили и спиздили. Сейчас ментов вызвал, уже едут, короче, наряд. Вот. Ну тут быстрая полиция, сейчас быстро привалят. Тем более, я вообще в ахуе. Как это так? Тут рядом где-то копы тоже, вот. И вообще не боятся люди, нихуище. Скоты, блядь. Ну хуй с ним, я, блядь, давно за эти фары думал, что они какие-то хуёвые. Надо, блядь, это... уже было менять. По крайней мере, вот эту вот делать надо, чинить. Ох, а так, не знаю, ну, баксов, наверное, 200, блядь. Баксов 200. Сейчас пизданули. Так. Тут, наверное, смысла нет. Я сейчас тут топаю. В принципе, тут похуй. Никакие вещдоки, я думаю, я не это. И хуёво, что оно стоит именно вот здесь. Потому что, блядь, здесь вот из окон даже нихуя не видно. Вот максимум с подъезда может кто-то выйти. Вот. Короче, нормально. Это пиздец. Это пиздец. Да, что творят сволочи, а, блин, а? Скотины, блядь. Ну, один плюс, честно сказать, так красиво очень, да. Мне понравилось. Такое черное, все как бы напомнило этого Дарт Вейдера, да, немножко. Ну, нормально. И это, сука, в 100 метрах от МВД. Ну, вообще страх потеряли. В край уже. Козлы вонючие, падлы. Реально ублюдки, сука. Реально сволочи, блядь. Это я сейчас встрял нормально так. Я, блядь, даже делать их, наверное, не буду. Да ебать, наверное, в рот, блядь, все. Пусть менты сейчас составят заяву, я буду с ней, блядь, это... показывать. Вот, извините, блядь. Спиздили, блядь. Ай, блядь. Теперь только днем кататься. Ничего, ничего. Возьмем что-то светящееся. Вставим туда. И будет ночью как габаритики идти. Ну, типа, нельзя по правилам дорожного, чтобы черное все было. Нельзя. Вот, габаритики какие-то. Реть две лампочки возьмем, вставим. Вот. Два светодиодика там подцепить. Я думаю, ума хватит. Вот. Там плюс-минус понатыкать там где-нибудь. Будет две эти. Три часа жду полицию уже, наверное. Ну, два с половиной точно, блядь. Сволочи, блядь. А? Скоты, блядь. А, твари, блядь. Ты смотри, что делается, блядь. Пидорасы, блядь. Ну, блядь, это распространенная хуйня. Вот это болезнь этих машин. Таурех. Также в зоне риска этот Audi Q7. Еще несколько. Они все, сука, в зоне риска. Да. Сволочь, ну, бля. Это пиздец. И ксенон же там стоял, блядь. Вот эти реле Роджи. Ну, кто не знает, есть просто желтенькие фары. Ну, там это. А мне же, блядь, биксенон туда поставили. Там лупа. Мне разбирали фару. Ну, плюс в том, что ее, если кто будет продавать, ее не спутаешь, блядь. И у меня одна, она мутная такая была. Туда водичка
просто высматриваю, может, копы подъедут. Там водичка забрасывалась, и она потела постоянно изнутри, меня это бесило постоянно. Ну, блядь, она хоть как-то работала, теперь пиздец, черные фары, бля. Как-то нехорошо, нехорошо это все, не-не-не. Сука, и по ночам теперь не поедешь, пока сейчас светло нормально, а дальше, блядь, что будет? Это пиздец будет, нахуй. Ай, блядь, жесть какая-то, чокнуться, да, блядь, да-да-да. Так вот, ночью не выйдешь никуда, блядь, да пиздец. Выспаться уже не получится. Придется не то, что в ночь ехать высыпаться, а реально, блядь, с вечера высыпаться. Вот уже при такой погодке, там, по-моему, полчаса после захода солнца надо, ну, допускается еще без фар ехать, ну пиздец. Кошмар какой, блядь. Да. Когда у меня не было, ну, фара не работала, я вставлял туда фонарик на батареечке. Включал его там, садился и ехал, и меня не трогали, потому что, типа, идет этот. А сейчас уже надо два фонарика покупать, бля. Кошмар, сволочи, бля. Это ж все капец какой, а, твари, блядь. Я смотрел разные цены. 5 штук гривен одна только стоит где-то, блядь. Это 10 гривен, это баксов сколько? 400, по-моему. 400 бачей, блядь. Да ебал я в рот, шо, блядь. Поставишь, через день опять спиздят. Пошли нахуй, буду вообще без фар кататься. Поебать вообще, блядь. Днем буду ездить, нахуй. А хули, куда мне ночью ездить? Я ночью, блядь, сижу дома. Сука. Пиздец, нахуй. Ебанаты, твари, блядь. Будь прокляты, суки. Твари, блядь. Да, блядь, жесть какая-то, блядь. Это ж надо, сука. Хм. Ну, твари, хотя бы... Это, блядь, конечно, спасибо им, блядь. Ну, конечно, не спасибо, но хоть твари, блядь, не взломали нахуй этот. Обычно, если трудно вытаскивается, они берут, блядь, монтировкой поддевают ебаный капот, бампер, все это разворачивается, вот так оно все стоит, короче, дыбом все вот это все нужно было бы чинить. А так они ювелирненько именно там аккуратно вытащили, блядь, именно фары достали, пиздец. Слава богу, хоть фары, блядь, они... сейчас бы было бы грустнее, если бы еще и капот был изуродован, и бампер, блядь, был изуродован, пиздец, нахуй. Сука. Увидел бы, наверное, реально бы порезал. Потом бы труп спрятал где-то, сука. Пиздец. Уроды, нахуй. Даже если бы их двое было. У меня видели? А, ну вы не видели. У меня дома, блядь, тесак такой лежит, блядь. Реально, блядь, сука. Снял бы кроссовки, подобрался бы на одних носках. По земле бы сзади прошел, как Splinter Cell, и в шею, сука, хлесткие удары, блядь. Пидорас, блядь. Если бы он один был. Не, если бы двое, я бы одного завалил, с другого бы, ну, не знаю уже. Но одного я бы его, наверное, помучил, сука. Да. Я бы ему, блядь, вырезал глаза и сказал, блядь, ты, скотина, хотел мою тачку ослепить. Ты, блядь, теперь сам ослепнешь, сука. А еще, чтоб он потом не мог сказать, кто его ослепил. Он же не будет по фотороботу. Ну, это такой парень был, такой русый, такой худенький. Блядь, да вся страна русый, худенький, блядь. Я скажу, с чего вы взяли? А у него глазок-то уже не будет, блядь. Он не сможет, сука, меня определить, кто я такой, сука. Да, блядь, чокнуться. Ну, а на крайняк его вообще там где-то. Башку ему отрезать, чтоб он уже и говорить не смог. Да, пиздец. Конечно, шучу, да. Да, это пиздец, твари какие, сволочи. Ну ладно, что причитать, блядь. Я, наверное, пойду домой. Я уже копов заебался ждать. Пойду домой, блядь. Что-нибудь фильм включу. Хотел, блядь, на качалку съездить. Хуй, уже если я поеду, я обратно буду уже возвращаться затемно. Будут тормозить эти же копы и скажут, блядь, хули вы без света едете? Вообще заебись. Спиздили фары. Мало того, что их не нашли, еще и будут меня же тормозить и говорить, что «А что вы без света ездите?» Я скажу, блядь, а меня спиздили.
Вы по закону не имеете права ехать без света, блядь. И как, сука, объяснишь, пиздец? И чё делать нахуй? Ебать. Кто 10 тысяч гривен мне даст, блядь, на эти фары, блядь? Копы дадут, давайте, блядь, я поставлю. Они канают, ты им такое скажешь, они скажут, мы вам не обязаны платить, блядь. Но есть закон, по которому нельзя, блядь. Точно так же, когда номера снимают, блядь, и ездишь, типа, без номеров, тоже останавливают, блядь, за проезд без номеров. Да, блядь, вот, спиздили, вот, заявление есть, блядь. Не канает, закон как бы есть, что без номеров нельзя, блядь. Ну, такой замкнутый круг, блядь. Поэтому самый простенький способ — это взять какие-то два маленьких светодиодненьких фонарика, туда повставлять, повключал, если ночь нужно будет их, и попёрся. Да, это пиздец. Хуёво будет то, что не видно будет, куда ты едешь. Вот это хреново. Это нужно будет по светлым улицам ездить или за какой-то тачкой. Вот. Ну, это тоже можно будет сделать. Да, ну, пиздец, товарищи, пиздец. Да. Там были уебаны, которые ВКонтакте в комментах пишут это. Как жаль, что колеса не спиздили. Да. Пиздец, пидорасы, блядь. Во-первых, мне вообще, ну, поебать было на этот коммент. Ну, просто человек этот явно, блядь, скоро сдохнет, блядь. Пусть он так думает, сука. Если, блядь, он такой ублюдок, лучше таким пидорасом сдохнуть, сука. Хотя тут просто банальная зависть, блядь. У него, наверное, даже и копейки нету. Он завидует, блядь, что у какого-то чувака на Каене спиздили, блядь, фары. Естественно, блядь, у него есть чувство, ой, блядь, чувство зависти. Какие-то люди приехали. Из чувства зависти, нахуй. Конечно, он так и сказал. Да, пиздец. О, приехали копы.